Движение автомобиля обеспечивает двигатель. В двигателе находится коленчатый вал, вращение которого через карданный вал сообщается колесам. Коробка передач позволяет менять число оборотов колес во время одного оборота коленчатого вала. На низшей ступени передач мощность автомобиля выше, однако его скорость снижается. На высшей ступени передач скорость автомобиля выше, расход топлива меньше, но его ускорение слабее. Четырехтактный двигатель Отто является тем типом двигателей, который наиболее часто используется в автомобилях. Принцип его работы состоит в том, что движение поршней вверх-вниз преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал приводит в движение карданный вал, а затем через ремень ГРМ и распределительный вал. Распределительный вал управляет работой клапанов, синхронизированное открывание и закрывание которых обеспечивает всасывание топлива и удаление выхлопных газов в определенном такте работы. В первом такте происходит всасывание. Поршень движется вниз, из-за чего в цилиндре понижается давление. Впускной клапан открывается, и в цилиндр из карбюратора поступает топливно-воздушная смесь. Во втором такте происходит сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень под воздействием коленчатого вала и противовеса начинает передвигаться вверх, сжимая топливно-воздушную смесь, температура которой повышается. Третий такт называется рабочим ходом. Свеча зажигания воспламеняет сжатую горячую топливно-воздушную смесь. Детонация отталкивает поршень обратно. Четвертый такт – выхлоп. Поршень поднимается вверх, выпускной клапан открывается и происходит выброс продукта сгорания. Мы видим, что в двигателе линейное движение поршня преобразуется во вращательное движение коленчатого вала. Энергия, необходимая для движения поршня, обеспечивается за счет сгорания бензина. Важным показателем бензина является октановое число. Бензин с большим октановым числом может быть подвержен большему сжатию, поскольку более противостоит самовоспламенению. Таким образом, достигается более высокая степень эффективности.